У нас проводы начинаются. Последний вечер. Вот. Мариночка сегодня накрыла на стол. Как всегда, Мариночка. Ну, мы всегда собираемся вместе. Все накрывали. Да-да-да. А потом у Вики в последний день какие-то такие неотложные дела, что Мариночка все делает сама. Сегодня я призналась, я говорю, мне ужасно стыдно. Хорошо, ты это понимаешь. Да, у нас тут шуба, будет там оливье, сидеть. Салат с кириешками надо заправить еще, да, курочка. Ну, это вот первые закусочки. И мы еще, потому что Света торопится, мы сейчас сядем уже. Вот, и огурчики. Вот так вот. И Леон Иванович, стой, ты голодный? Стой, что кратер не заехалась. И я вот на 10 килограмм больше, кажется, уже. Я обещала своим зрителям, что когда приеду, я встану честно на весы. Дома похудеешь, а у нас кушаешь. Да, да, да. А я тоже вот сейчас вот проводим. Угу. И сяду. Я буду на диету. Хорошо. Я ходила, я все время. Да, да, так ты и при нас, бабушка, вот ходила? Так, угу. Так, потом так и так. Угу. С Верой. И с Верой. Она мне компанию составляет. Ладно. Хорошо. Все, всем приятного аппетита. Чисто. А у меня синий, у меня наоборот. В школе был красный, а в школе уже синий. Красный? У тебя в школе красный диплом был? Да, я с отличием закончила школу. Да? Золотую медаль дали? Нет, тогда не давали, и даже курочка была не красного цвета, а синего. Был глобальный кризис. Видишь, что тебе замуж выходит? Возле подъезда прям. Да, ну. Раньше все так фотались, модно так было. Смотрая мама. Какая мама молодая, красивая. В принципе, и сейчас ничего не видно. И сейчас отлично все. Скажи, мама, у тебя самая красивая на свете. Угу. Раньше было хуже. Раньше было хуже, я с ним согласна. Я сейчас выгляжу даже лучше, чем раньше. Успокою. Чем фотки смотрим. Это наша традиция. Каждый раз в последний день перед нашим уездом мы смотрим фотографии. Как не хочется уезжать. Ты тоже тут старая? Чего? Это тоже старая фотография твоя. Ну что моя? Ты тетя Вика? Нет, ну вот это видишь ты. На заднем плане. Глеб. У Глеба непревзойденное чувство юмора. Нет? Спасибо. Пока. До завтра. Мы не будем плакать. Вам хорошей дороги, хорошего полета, мягкой посадки. Самого завершающего репортажа с прогулкой по Астане, с прощанием с Казахстаном. Все спасибо, спасибо, нет, спасибо. Нет. Мы спасибо, не грустим, мы радуемся, что мы увиделись даже, Марин. Диме привет. Ника, подержи. Мы обнимемся, да, тут? Обнимемся, мой дорогой подружку. Все. Ну, отстань от меня, не буду с тобой обниматься. Плакать вообще нехорошо. Смотри, ничего. До свидания. Мы до сейчас свидания. На улице будем плакать, стоять и обниматься. Нет, мы не будем плакать. Нельзя плакать. Диме, привет. Да, Маришка? Мы еще остаемся, да? Мороз, красный Лего нос. Да, Лео болеет. Опять Тина и опять кошечек. Смотри, какой у него красивый хвост полосатый. Обратите внимание. Это Матроскин. Вау. О, как. Нифига себе. Блин. Капец, вас кошечки любят. Смотри, чего. Все ластятся, да? Она чистенькая, просто у нее глаза болят. Чепусь. Нет, лицо не надо, Глеб, ей давать. Бляшки, да? Бляшки у него болят. А так она красивая. Какая нежная, усилила. Смотри, запросто, да, так, не вшуганная, ничего. Кому нужна кошечка? Где мяу? Ты хочешь мне мяу показать? Мяу. Эй! Так, у нас очередная йодная сетка, чтобы у Леона появились демонские силы. В общем, бабушка нас лечит как может. Вот, всем подряд. Ну что, ребят, все, я это собрала. Короче, оставляем бабушке бардак. Вот. Ой, расческу еще надо. Блин, куда все? Как это капец? Вот покупаешь, покупаешь все. Кажется, да, вместится, да, вместится, да, Леон? Да.
Вот, а потом один чемодан 23 килограмма, второй чемодан 17 килограмм и третий килограмм 10 килограмм, третий чемодан 10 килограмм. И плюс у меня еще вот такая сумочка на всякий случай, если нам придется откладывать. Короче, наша знаменитая казахстанская сумка, мы с ней на всех видео для пляжа. Вот, сейчас мы пообедаем плотненько, вкусненько. С бабушкой посидим, помоемся и все. И на хаузе. Вот так раз. Не, бабушка хочет на хлебушек масло намазать. Нет, ладно. Ну как и без масла, если бабушка хочет с маслом, да? Ничего страшного. Вот у нас картошка. Ну, в общем, мы доедаем то, что мы вчера готовили и не съели. Красная рыбка, нарезочка. Ой, голоса у меня так и нет. Да? Простуженные. Все, мы тут чаевничаем, кофейничаем. Здесь у нас с Аристократа такие вкусняшки, уже не стали выкладывать на тарелочку, уже некогда. И очень вкусный торт Инна вчера с собой приносила. И Нусик, спасибо, обалденный торт. Вкусный, Игорь? Вот тоже. Пол торта. И бабульчики дрожат. Очень вкусный торт. А я воздержусь. Я на весы встала. По приезду домой я прям первое, что сделаю, я вам покажу свой вес. Боишься? И чувствую, следующие, последующие влоги будут на тему, как похудеть к Новому году. Да. У меня впереди же не пляжный сезон, да? Ну, к зиме. В общем, все, я сейчас отправляюсь в бад. В душ. И собираем чемодан. Ну, чемоданы собраны. Короче, садимся в машину и едем. Вот, грустно. Не видно. Бабушка. Все. Обняла так, что аж чуть не задушила. Все, бабулечка, не переживай, все хорошо. Все хорошо, я не переживаю. Все хорошо. Молодцы, ребят. Все. А с Мариной мы не будем, да? Мы тоже будем реветь. Не будем. Все хорошо. Все. Улыбаемся, иначе мы хрен. Жду, пока бабулечка помашет рукой сверху. Что-то она не идет. Все, в общем, здесь пакуются у нас чемоданчики, садимся. Сейчас Марина выйдет. Вот мои родные окна. Лавочка. Все, последние минуточки на своем любимом родном квартале и домой. Тут домой, там домой. А, вот бабушка сейчас, вот. Пока-пока, бабуля. Я тебя люблю сильно-сильно. Пока-пока. Ладно, надеюсь, что в следующий раз быстрее приедем, не через 3 года. Горы, вон лишь машины. Видите, танки стоят в поле. Учения какие-то, да, наверное? Нам ничего не угрожает? Нет. Машины. Люди. Куда-то поедут, они, видишь, колонна собралась. Кухня у них, все дела. Поход, короче. О, какие джипы там просто. Ага. Ой, с ружьями там стоят, военные стоят. Точно учение? Бывает да, так? Конечно. Абай живой. Абайская трасса? Как понять Абай? Да, да, да. Абайская трасса. Вот там Абай. Туда съехать. Аэропорт, да, вот это голубенький аэропорт. Да. Ага, прям посреди поля, да, стоит как. Или это еще не он ваш? Наверное, не ваш. А может и да, ваш. Это... Тот может не успевает так быстро-то улететь. Наверное, правильно. Этот же надо багаж все загрузить, да? Но. Тот прилетает где-то 1:30, да? Да, да. Видите? Международный аэропорт. Абай, да? Абай. О, Абай, да, называется? Да. Машин сколько.
все ищем парковку. Блин, не представляю, как мы со всем этим богатством сейчас будем путешествовать. В общем, мы сейчас, ребята, едем в Астану. Где-то нам надо заселиться. Билеты я не купила, не забронировала. В общем, туда, куда я хотела, не оказалось мест. И сейчас мы как бы едем пока в никуда. Но думаю, город большой, какая-то гостиница, да будет свободно. Вот. Наша посадка уже идет. Сейчас зарегистрируемся. В общем, ребят, мы долетели. Полет был стрёмненький. Но в том плане, что у меня заложило уши. Вот поэтому я боюсь летать на самолетах, потому что неизвестно, когда, как, что будет. На этот раз, вот как часто бывает, заложило уши аж до мозгов. Я не знаю, что делать, я ничего не слышу. Нос, все это еще на фоне простуды. В общем, сейчас я бегу в отель с надеждой, что, может быть, вдруг здесь будет номер. Вот, а так я что-то призевала, не зарезервировала заранее. И номеров якобы нет. Это значит, нам надо ехать куда-то в город, снимать номер. А это не очень удобно, что нам рано утром вылетать надо. Радуйся, номер здесь есть. Это значит, мы сейчас сумки оставляем и едем в твой ресторан в аниме. Классно? Все, помчались? Представляете, мы опять в тот же самый номер попали, в котором мы были, когда мы летели в Симпалатинск. Мы здесь тоже ночевали, и тот же самый номер у нас был. Ой, так повезло, не знаю, просто. Ну как, на букинге не было этих номеров больше. А так хотелось уже возле аэропорта где-то быть. Ну, потому что у нас посадка начинается в 7 утра завтра, понимаешь? Если бы мы были в городе, да, в 7. Ну, вылет в 9, регистрация в 7. Получается, нам с города надо было ехать, ну, минут 40, если бы мы так... Вот. Ладно, все, короче... Мы заряжаемся сейчас позитивом немножко, потому что настроение как-то на нуле, если честно. Ну как, домой-то, конечно, хочется, да, но в том плане, что расстаться со всеми, это было, блин, сложно. Со слезами я еле как сдержалась. Просто если бы я еще начала реветь, и так Марина плачет, бабушка плачет, да я такая вся... О, короче, вот, расставаться очень сложно, очень, это прям... Просто на неопределенное время прощаешься, не знаешь, как там, что и будет. Конечно, у нас есть видеосвязь, будем по телефону разговаривать, но все-таки общение живое – это ничем не заменимое. Вот, так. Чё? Что, Леон Иванович, ты лег? 5 минут отдыхаем и едем, да? Хорошо? Все. Ребят, короче, у нас прикол сегодня. Рассказывать можно? В общем, мама собирает чемоданы, жопа в мыле. Сумасшедший дом, ничего не влазит. Все пакует, трамбует, ногами упаковывает там. Бабушка с внуком приходит.
и притаскивает мне еще 4 пачки вот таких круассанчиков. Внучек захотел круассанчиков по дороге домой. Бабушка купила ему 4 вот таких пачечки. В школу же. Я говорю, Марина, ну ладно, у него мозгов нет, 14 лет. Куда такой объем везти? Ну ты-то. Теперь, короче, мы тут лежим, отдыхаем. Я говорю, челю по круассанчику. Он мне говорит, вот. Ты же не хотела брать. А Марина нам... Я же не хотела брать. А Марина нам вот упаковала. Сейчас я все упакую, сейчас я все сделаю, будут вам круассанчики. Вот так. Как, сынуля? Классно, да, лежа? Кстати, одна подписчица написала, что ты у нас очень нежный, и тебя надо в поле отправить работать. В поле работать, потому что ты очень нежный. Очень такой прям ленивый. Тебя в поле на работу. Продолжение следует...